Привет, друзья, с вами Рома и канал Просто Симулятор. Друзья, в этом выпуске я хочу с вами серьезно поговорить, и мне действительно нужна ваша помощь. Мне очень-очень важно услышать ваше мнение. Чтобы наше общение не проходило зазря, все-таки делом я параллельно займусь, я залью гербицидами пару полей на сосновке, работы тут хватает, поэтому вот в процессе этой работы и поговорим. Собственно, ребята, о чем я хочу поговорить? Именно о развитии канала. Собственно, для чего, вот небольшая предыстория, для чего я, собственно, завел этот канал. Вообще он появился у меня в январе 2021 года, но активно начал заниматься 22 июня этого года, то есть в день начала Великой Отечественной войны. И, в общем-то, за это время канал, в который я не вкладывал ничего, кроме своего времени, в общем-то, неплохо развивается. Вот уже на сегодняшний день 267 подписчиков, и уже больше 30 тысяч просмотров, там уже почти 40 тысяч просмотров видео. То есть для канала, в который не вливается ничего, который по факту с нуля начал работать в теме того же фарминг симулятора, это, конечно, большой успех. И меня радует, что вас это интересует, мои обзоры. Для чего, опять же, вот повторяю, для чего я начал создавать этот канал? В общем-то, я, как и все самые обычные игроки, ничем не отличаюсь от вас, друзья, в общем-то, неоднократно сталкивался с проблемами, когда вот, ну, я вот не люблю смотреть долгие стримы и прочее. Мне интересны короткие обзоры, чтобы я увидел, вот, как работают те или иные производства на карте, где что находится, либо там по технике быстро посмотреть, где там нужный мне триггер. И вот неоднократно сталкивался, что не нахожу я того, что мне нужно в обзорах наших известных обзорщиков. А из многочасовых стримов, которые вот нафиг не надо смотреть, а вот только мне вот хочется поиграть, у меня очень мало времени, потому что все-таки человек занят работой. Она занимает мое время, потому что она приносит мой доход. Естественно, хочется быстренько узнать нужную информацию, но задавая вопросы в пустоту элементарные на всяких стримах, ответов не получаешь, смотришь таких, как ты, выше крыши игроков, которые, ну, хотят просто элементарной помощи какой-то. Покажите, расскажите, ребят, вам что-то несложно, вы все равно херней страдаете, извините меня за мой попрохлой французский на своем стриме. Ну, покажите хоть буквально, это минутное дело, может быть, даже меньше минуты из ваших 3 с лишним часов не убудет. Но, тем не менее, вот проблема это была, поэтому забесило меня это порядком, друзья. Я вот решил просто помогать вам всем, чем вот могу, с высоты своего 10-летнего опыта игры в фарминг-симулятор. Я посмотрел, повидал все. Пообзорить самые интересные моды, чтобы показать самое интересное, что может вам пригодиться, собрать эти ссылки для вас в одном месте, чтобы вам было удобно скачивать, показать карты, как что на них работает, не просто показывать вам часами, как я мутиляюсь на этой карте, а именно рассказать подробненько о том, в каждом месте, что где тут происходит, как это надо делать. В коротких видеообзорах, там не больше там, 15 минут, 15 минут вообще край. В пределах 10 минут, чтобы вам ваше не занимать внимание, чтобы могли быстренько все посмотреть и дальше продолжить играть, получать удовольствие от игры. Ну и вот, друзья, по вашим просмотрам, спасибо вам большое за то, что вы смотрите активно мой канал. Огромнейшее вам спасибо, что не только подписчики, но и активных зрителей хватает среди тех, кто не подписчик. Спасибо вам большое за это внимание. Это говорит о том, что, в общем-то, работа моя не так плоха, то, что я делаю, и она для вас в той или иной степени важна. Вам интересно смотреть на эти обзоры, они приносят вам пользу. И вот дальше встал вопрос развития канала. Раз динамика позитивная есть, канал постоянно прирастает подписчиками, количество просмотров очень быстро растет. Куда идем дальше, друзья? Вот куда мне идти? С одной стороны, есть идея проводить стримы. Поэтому, друзья, мой первый вопрос. А нужны ли вам стримы от меня? Вот я, например, не фанат, признаюсь честно, стримов, как я уже сказал. Мне вот удобно для вас делать вот такие вот коротенькие обзоры на заданную вам тему, поэтому я постоянно прошу, друзья, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я для вас тогда обзорил, показал во всех подробностях, чтобы вы потом не смотрели часами, что происходит, не отсматривали долгие видео, просто посмотрели быстро, вот триггер тут, то все на этом производстве, куда что ссыпать, как получить, какой эффект от этого будет, ну или там как выглядит та или иная техника, что можно там из техники, из такой-то вот найти, подобрать интересного, вот в таком духе. Если вас устраивают тот формат, который сейчас вот есть у меня, я живу вот в этих коротких обзорах, окей, давайте продолжим в том же духе дальше, друзья. Поэтому обязательно в комментарии к видео к этому, либо в группе ВКонтакте моего канала Просто Симулятор, где угодно, тоже напишите вот первым ответом,
ой, окей, нам интересно твои стримы посмотреть, давай хотим посмотреть, как ты вот работаешь на фермах, заморачиваешься, как это у тебя происходит. Либо, да нафиг не надо, нам и так здорово, что ты делаешь, нам это нравится, короткие обзоры, то, что нужно. Вообще ни малейшего желания не тратить время на твои задолбанные стримы. Окей, все, вот на этом мне и надо ответ, да или нет, нужны стримы или нет. Поэтому, друзья, мне очень хочется, чтобы вы ответили на этот первый вопрос. Момент номер второй, друзья. По ходу того, как я обзоры всевозможные выкладываю, ну, появляются различные пожелания, например, пообзорить приватную технику либо приватные карты. Друзья, сами понимаете, приватно это значит, надо купить за деньги. Я, как уже сказал, не вкладываю в этот канал ни копейки абсолютно, он у меня абсолютно не коммерческий, то есть нет у меня цели получения от этого канала какой-то прибыли. Поэтому, собственно, как бы и особого желания вкладываться в приватные моды у меня тоже нет, потому что у меня не выгорает. Если говорить о плане поиграть, то мне хватает модов запчика и тех карт, которые есть. У меня есть любимые карты, любимые моды, техники, которых у меня вот выше крыши, от которых я получаю удовольствие, когда не записываю для вас стрим, а играю просто в кайф, занимаюсь тем, чем надо, не подбирая для вас интересные моды, чтобы вам было по приколу посмотреть видео, оценить эту технику, и особенно если числа той, что вот редко катается. Ну так вот, друзья. Раз такое есть пожелание, возникает вопрос доната. Мне очень неловко и неудобно его поднимать, но если у вас есть такая необходимость, некоторые отписали, что ой, мы готовы там что-то тебе закинуть, и некоторые говорят, мы готовы тебе прям купить мод, но естественно, друзья, это не есть хорошо, чтобы кто-то купил, а я потом это отобзорил, а мододел потом это видел, сказал, это что значит, мой мод, понимаешь ли, вот этот чел, который его не покупал, тут значит у кого-то взял, кто-то ему слил. Ну и потом начнутся проблемы у всех, кто так или иначе покупал этот мод. Зачем? Поэтому возникает такой, друзья, вопрос. Если вам интересно, чтобы я обзорил приватные моды, стоит ли нам мне открывать донат, там, выкладывать свой Kiwi кошелек, заводить страницу там на одном из сервисов донатных? Вот нужно ли оно вам? Вот сейчас у меня набор предложений по приватным картам и технике следующий. Он аккуратно 3750 рублей. Что меня попросили отобзорить? Карты приватные Александровка и Березники, а также два белорусских комбайна, Лиду и Полесье. Вот все это добро в сумме стоит 3750. Вот есть ли у вас такое, друзья, желание донатить на это? Надо ли оно вам? Если надо, то вот вторым ответом на сначала, что касается стрима, то вторым вопросом, вторым ответом напишите мне, пожалуйста, друзья. Ром, вообще ни малейшего желания донатить тебе нет. Нафиг нам этот приватное все добро. Обзорить то, что есть, нас это вполне себе устраивает. Либо же наоборот, есть желание, чтобы вот ты обзорил, поэтому мы посильно готовы скидываться, и там как по мере соберешь, обзорь, пожалуйста, нам вот приватные карты и технику. Такая вот, друзья, история. Поэтому еще раз повторяюсь, тем, кто досмотрел видео до этого момента, пожалуйста, ответьте мне либо в комментариях к этому видео, друзья, либо ВКонтакте, в моей группе «Просто симулятор», обзоры по фарминг симулятора, она так и называется, группа. Ссылочка на нее в описании к этому видео есть. Ответьте где угодно. Нужно ли нам, чтобы я проводил стримы? Вот нужно оно вам? Окей. Если будет вот многим нужно, то я займусь этой историей, так и быть. Если оно действительно интересно. Буду занимать ваше время периодически какими-то стримами на интересные, что называется, темы. И второй момент. Готовы ли, друзья, донатить на то, чтобы я потом с ваших донатов покупал приватную технику, приватные моды карт, и потом для вас их обзорю? Вот, для меня это, конечно, тема неудобная, доната, ну прям действительно неудобная. Просить что-то у кого-то. Ну вот, раз от вас пожелания возникают, я, как сказал, не вкладываю в канал ничего, кроме своего времени, которое я нахожу, спасибо, оно мне находится после работы, я делаю для вас этот контент. Вот если хотите разнообразие контента вот этого с приватными модами, то, друзья, вот такая тема доната. Поэтому, друзья, жду от вас ответов, очень жду, друзья. Для меня это очень важно. Хотите вы вот стримы, хотите ли вы донатить на приватные моды, чтобы я их покупал и обзорил? Вот жду от вас, друзья, ответов под этим видео и в группе своей «Просто симулятор» ВКонтакте. Ссылочка на нее, как я уже сказал, в описании. Спасибо, друзья, за внимание, что меня выслушали. Буду очень-очень нетерпеливо ждать ваших ответов. У меня на этом все, друзья. Всем самого наилучшего. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Пока-пока.